Всем привет! Я Александра Соколова. Хочу вам показать квартиру в Мерсине, квартиру в Чишмели, отличном поселке, который востребован в аренде, который имеет отличную инфраструктуру для отдыха и имеет очень хорошую публику для общения. Здесь очень много русскоговорящих и европейцев, в том числе бельгийцев, голландцев, немцев. Квартира хорошая, квартира 2 плюс 1, 110 квадратных метров брутто с одним санузлом. Комплекс имеет всю богатейшую инфраструктуру, что только можно придумать. Это охрана, это парковки, это открытые бассейны, крытые бассейны, аквапарки, зоны барбекю, теннисные корты, спортивные площадки. Все, что забыла, будет ниже в описании в инфобоксе. Также я оставлю отдельное видео на инфраструктуру этого комплекса. Оно будет под этим видео. И появится на экране территория комплекса и спа-салон. С тех времен он не поменялся, а только улучшился. Поэтому я вам сейчас покажу квартиру. Итак, посмотрим. Вход в квартиру. Квартира находится на 6-м этаже, по-нашему на 7-м 15-этажного комплекса. 5 этажей на квартире, 2 лифта, лестница, пожарная лестница. Вот здесь вот такая зона прихожей, стиралочка. При входе очень удобно санузел у нас, унитаз функции биде, душ, большое зеркало и раковина с каменной столешницей, что очень удобно, никогда не размокнет, не раскиснет. Квартира, как вы понимаете, с вторичного рынка, поэтому на нее очень привлекательная цена. Мы с удовольствием возьмем эту квартиру в управление, в аренду, если вы рассматриваете как инвестицию. И с огромным удовольствием вам поможем с оформлением вида на жительство, если вы, напротив, решите остаться в ней жить. Она вам понравится, и инфраструктура, и собственный пляж, и, конечно, хорошие соседи, которых мы отбираем по хорошим качествам. Наши собственники становятся нашими друзьями. В кухне зонированное пространство, единое с гостиной, все есть. Есть большой холодильник. Есть широкая посудомоечная машина, есть духовка, газовая плита и вытяжка. Газ здесь баллонный, газификация Чишмели будет в 2022 году. Каменная столешница, достаточно большое пространство для хранения вещей, для посуды, для всякой кухонной утвари для хозяюшек. Значит, единое пространство с гостиной, зонированное. Здесь помещается большой диван, кресло, телевизор, конечно же, кондиционер в каждой комнате, сплит-система, точечные светильники, люстра, шторы. Продается, как вы видите, хозяева заберут личные вещи. Выход на террасу. Терраса красивая, видовая, и море. Вот она вся инфраструктура. До моря здесь 150 метров. Это второй комплекс от моря. Но у комплекса есть собственный пляж, оборудованный шезлонгами, зонтиками. Еще раз с этой стороны вам покажу, как выглядит кухня. Очень аккуратненько, очень миленько. Видно море из комнаты. Здесь две спальни. Одна спальня детская. Стоят здесь две кровати. Тумба, кондиционер, бра. И в нише шкаф, достаточно глубокий. Вид на апельсиновые сады. Здесь москитные сетки стоят, поэтому не очень четко. И вторая спальня. Родительская, двухспальная кровать, две тумбочки, комод.
И также в нише вместительный шкаф с зеркалом. Квартира очень светлая, квартира распашонка, что очень важно. Здесь хорошая продуваемость, даже не каждый день летом будете включать кондиционер, потому что воздух идет утром с моря к горам, а после обеда наоборот, с гор к морю. Если у вас остались вопросы по этой квартире, пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях, пишите свои комментарии, как хорошие, так и плохие. Критика всегда позволяет нам быть лучше, стремиться к совершенству. Конечно, ему нет предела, но к нему стремиться нужно. Если квартира понравилась, обязательно ставьте лайки, это нас мотивирует на еще больше активную работу для вас. Конечно же, приезжайте в Мерсин, чтобы увидеть эту и другие квартиры. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Всех обнимаю, желаю здоровья. До встречи в Мерсине.